с 1 января 2021 года изменилась система финансирования вузов. Эта система ориентирована на студента, на количество бюджетных мест, на количество бюджетных студентов. Плюс к этому еще прилагаются определенные показатели, что касается научной деятельности, экстракуррикулярной работы и так далее. Что это означает? То есть на сегодня вуз, государственный вуз получает деньги конкретно на студента, да? Конкретно на студента, да. Конкретно на студентов и на то количество студентов, на то количество бюджетных мест. Есть места на контрактное обучение. Контрактное обучение, каждый вуз имеет полную автономию в том, чтобы определить количество студентов, которые может взять на контрактное обучение. Но это зависит в первую очередь и от самого вуза, и от его от критики, так называемой, потому что не можешь взять больше студентов на контракт, чем можешь обеспечить им образование.